У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Звук «я» в этом имени приятно ассоциируется с ласкательными формами имен и в целом на слух действует положительно. В тех именах, в которых встречается гласная буква «а», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. «Ре» – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Звук «а» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Значение буквы «З» символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, высокую интуицию, развитое воображение, болезненную чувствительность. Значение буквы в этом имени символизирует чувство превосходства, говорит о самовлюбленности, стремление завоевать всеобщую любовь, уважение и признание. Владельцы этого имени гибки и дипломатичны, до мелочей продумывают каждое свое действие. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Наилучшие дни для осуществления всех замыслов и планов у владельцев этого имени – те, которые гармонируют с их собственным числом 3, то есть 3, 12, 21 и 30 числа месяца. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Носители этого имени иногда раздражают окружающих чрезмерными амбициями. Звук «ф» в этом имени воспринимается на слух положительно. Буква «з» в имени говорит о пессимизме и большой напряженности. Бывает, что это люди слишком мягкие и могут спокойно относиться к критике. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Владельцы этого имени чистолюбивы, активны, редко удовлетворены своим подчиненным положением, стремятся к власти и влиянию. Бывают со склонностью к внутренней противоречивости мировоззрения. Например, имеют способность приврать, пустить в дело якобы необходимую ложь с самыми лучшими намерениями, к примеру, чтобы сделать людей счастливыми. Людям с этим именем нумерологического числа 3 обязательно следует помнить, что не стоит принудительно вовлекать других людей в движение по своей орбите и направлять их по своему пути. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.